Ну что, отправляемся за грибами. Да хорош уже отдыхать, поехали. Да, начинаем. Покажу, что к чему, как что, куда. Опасности масса. Пауки. Ну и так далее. В общем, грибочки ждут. Надо спуститься здесь, но тут этот, блядь, борщевик, блядь. Сука, как его? Надо обойти, он же еще. Борщевик же он этот, хорош только с этим. С салом хорошо его, с черным хлебушком бородинским. А так лучше нахуй даже не трогать. Ну вот, заходим, значит, в лес. Ну вот сразу, пожалуйста, только зашел. Буквально, привет, два шага, и вот он, беленький. Вот он, беленький. Опачки. Бережно. Кстати, самое что сказать. Ну-ка, Валер, сними, чтобы показать ребятам. Никогда. Всегда срезать. Вот. Взял. Ну не трясись, да ёпта, блин, Валер, хотел. Ну забери эту самую полную грудь воздуха. Вот. Срезал. И только потом в корзиночку. Потому что вот так рвать бездумно, нет. А запах. Его же это самое. Сырым можно есть. Вон. Просто. Бомба. Опачки. Видите? На березовик. Гриб. Отлично, благородный. Связывается у нас очень просто. Очень. Ну, сука такая. Ладно, я кусочек срежу, господи, там дело. Мне весь-то и не нужен на самом деле. Он же сытный. Вот так вот. А запах. Пушка. Бомба. Сказка просто. Валюш, положу тебе. На. Вот. Возьми, берет. Набрал еще какой-то. Извини меня. Ерунды. Короче, лес-то он полон тайн разных. Смотри, здесь вообще-то ягода вот она, видишь, красная. Она есть волчья ягода, а это лисья ягода называется, лисья. То что, вот. И лишай. Лишай трогать нельзя. Вот, лишай. Все постоянно путают с этим самым, как называется, ёпта мать. Ой, с на березовиком путают, а потому что похож, видишь, похож, как на березовик. Но на березовик, ты извини, пожалуйста, вот такого размера, ёпта мать, вот такого размера, блин. А это вон какого? Вон, а что это? Это разве на березок? Лишачий воды. Вот, тот съел уже. И кровушку пустил себе. Кровушку съел, пустил. Я тебе говорю, это опасное место, лес. Чё ты, Стёп, набрал там, не пойму, блядь. Чё-то ведро просто каких-то. Чёрт ты чё, набрал, что, просраться хочешь, что не пойму. А вон, кстати, и на березок, пойди. Мать, придурок, бля. Бля, ну раскидали, нет, нормально? Просто раскидали бревна, блядь. То есть вот, на березовик, яркий пример. Вы же помните, тот-то, это самый-то, вон они, маленькие, лишай, а вот на березовик. А одно есть одно но, как бы сказать, не рвите грибы, ну не рвите, но срезайте их, ради бога, специально. Вот, пожалуйста, есть маленькая пилочка, он легко не режется. Четвертинчик. От собачки. Ёшта, ладно, приживется, это приживется, все. Приживется, да ладно ты, господи. Ядрить-то мадрить. Ну ладно, заберем. Это... Но он сытный и ёк-макарёк. Поляна под березовиков чистым. Вон они. Давай, ладно, бежите, горёты, пойдем. Куртку порвал, сука. Импортная, блин, куртка в Лужниках покупал. Короче, я не знаю, что это. Я не знаю, я, короче, грибы, если не сомневаешься, конечно, брать не надо. А вот это вот. Это подосиновик. Красавец, конечно. Смотри, ну. Как из сказки. Все равно что, да? Просто. Жалко срезать даже. А ты, Валерич, в курсе, что по статистике это самое? Грибник выбирает палочку, соответствующую своему члену.
ёжик нашел. Глянь. Действительно красивый, хороший стоит. Вот береза. Вон она. Вот она, береза. Да, ствол. А под ней, будьте здрасте. Как нормально. Единственное, что жалко, конечно, блядь, куртку порвал. Что жена скажет, не знаю. Набрали чуть-чуть. Хоть что-то, но есть уже. Что-то да есть. Не зря сходили. Ну что ты опять-то начинаешь? Ну убери свою цепь уже. Пирог кто-то выкинул, что ли, не пойму. Все же больные. С мясом. Хороший пирог с мясом. Конечно, хорошо, тут и тихо. Да что ты, да хорош-то снимать, отвалишься. Халва, на, съешь конфету, на. Хочешь снимать тоже, в конце концов. Тащи сюда эту. Камера у тебя шутит такой, блядь, как она. Защелкивай, как защелкнуть ее, блядь?